Всем здорово, ребят. Ну что, настал этот день, и мы наконец-таки дособирали еще одного недостающего героя на тестовом аккаунте. Теперь у нас есть еще одна донатная имба. Надо будет заняться снова поднять ее в топ. Такс, ну что, поехали. Так. Сейчас я дособираю дополнительно здесь нового питомца и поехали. Сегодня я забрал за десятку, я показывал, был офигенный пак с осколками Мэри, осколки лисицы, я не знаю, сколько у нас там лисицы уже, и соответственно дособирал недостающее божество, то есть это герой, которого нам не хватало до обновления. Теперь нам не хватает мастера рун следующего героя, но я думаю, неделя-две его будет продавать подешевле, можно будет просто забрать, чтобы не тратить сам на роллинг. Я уже говорил, на таких аккаунтах, где у вас 1, 2, 3, даже 5 героев недостающих, нету смысла ролить. Ну, конечно, если вы не ярые фанаты, у вас не дофига бабла, через неделю, через две, просто тупо героя продают за копейки. Сейчас просто бешеные какие-то моменты происходят. Некоторых, на некоторых серваках героев просто донатных топовых раздают бесплатно. Ну, условно бесплатно в некоторых акциях. Я вам показал открытие донатных карт, это полная шляпа. Я уже, ну вот знаете, то, что там какой-то шанс, там просто тупо у многих ребят выпали дуэлянты, барды и там Мэри. Лисица просто тупо не падает, и божество точно так же. То есть чисто разводняк, как по мне, на донат. Они их все дешевле и дешевле делают, но... Но вот так вот. Такс, ну что, окей, поехали, попробуем прокачать. У меня, правда, нету красных камней на аккаунте. Я качал героев для теста и провтыкал. Камней у нас красных нет, но это такое. Такс. А вот, в принципе, камешки есть, но нам 500 тысяч маловато будет. Хотя тут есть и сундучки, можно будет позабрать. Ну ладно, пока будем прокачивать, потом я прорыв отдельно качну. Какие сборки, какие вариации данного героя есть? Ну, у меня, допустим... Так, мы открыли уже, да? На этом, на основном аккаунте ОЗ-шка плюс вариант ПД-шка. Ну, у меня ОЗ плюс ПД, и этого мне вполне хватает. То есть... Дефная сборка, героя так и хватает, герой бьет по одной цели, но если дофигища отражалок, ну это конечно жопа. У героя иммунитеты к молчанию, забору, так, energy reduction, да, к забору энергии, к эффектам, я не помню, как эти эффекты, calamity, бедствия, по-моему, если я не ошибаюсь. Также он получает на 70% меньше дамага, хилит себя. Ну, и герой, скажем так, героиня, герой обалденный. В плане того, что Мэри бьет по всем, этот герой имеет еще и деф, и больше возможностей, но бьет по одной цели. Но в плане разбора топовых героев, все-таки я отдал бы предпочтение божеству за счет того же самого отхила. Так, нифига себе, раскол. Ищем нашу Фрею. Редкий талант. Беру отсюда пакт. Так, ну книг вроде у меня должно хватать еще на прокачку. Сейчас сделаем эволюцию, агментацию героя.
Возможно, еще и созвездие под ролем. Блин, что-то басты падают. Давайте огненку. Все, что хочешь, только не то, что надо. Ремочка. Герой, в принципе, неплохой, скажем так, танк. Можно и танковать в определенные сборки за счет отхила. Вообще, кайфово держится. Собирать, конечно, лучше всего на уклонение, но надо не забывать про точность. Сейчас многие ребята переточивают свои аккаунты на точность некоторых героев. Это, в принципе, правильное решение. Гнаться за уклонением, как по мне, смысла нету, потому что все равно точности можно за меньшие траты набить больше, и ваше уклонение фуловое, по сути, будет до одного места. Так, что-то у нас тупит. No Copyright Sounds. И поехали по новой, музычка. Так. Ну все как обычно. Как обычно, этот VPN меня уже задрал. Так, окей. Талантик мы вытащили. Почему огненка, думаю, рассказывать не буду. Поехали качать имбушку. Сейчас мы посмотрим, сколько у меня там на ней камней. На какую силу мы сможем, ну, на какой 14 или 15 скилл сможем сделать. Такс. Вот такой вот пак. Рудольфик. 1000 сундуков и 500. Нифига себе. Нормально так молотков дают. У меня здесь молотки еще есть. Мне это не интересно. Так, книжечки у нас есть. Еще пока на прокачку книг хватает. Так, где-то я потерял. Потерял ее. Апгрейд. И делаем сразу эволюцию. Так, есть. Поехали, аугментацию делаем. По чарам. Ну, у меня на основе стоит СС-ка, и честно скажу, мне ее вполне хватает, так как в пачке это дополнительный деф плюс дополнительный отхил от ворожея. Некоторые ребята ставят обряд лечения, ну, я не знаю. Обряд лечения тоже классная тема, увеличение жизни, но, как правило, герой не особо нуждается в жизни, этот лучше все-таки поставить увеличенный отхил, тем более вы будете этого героя не соло использовать, а в пачке. Если у вас хороший ворожей, за счет собственного отхил у героя будет улучшаться. Так, ну давай. Где? Мэри уже, ну, по сути, вообще ни о чем стоит. Я не знаю, ее уже штампуют полным ходом. Смотрите, уклонения даже не падают. Нифига себе. Наконец-то. Конечно, уклонение крит-резист это ни о чем. Потому что этот крит-резист, ну, такое себе. Сейчас критом в основном и не пробивают. Я не вижу смысла в крит-резисте вообще сейчас на сегодня. Вариант есть вот уклонение и точность собирать, чтобы хотя бы было 3000 точности, именно 7-8 созвездие, то есть донатные эти за карты. По возможности, конечно, это самый идеальный вариант будет. Либо же, если повезет там, если вам повезет и вы соберете там уклоны, то можете здесь собрать 6 точностей. У вас плюс-минус выйдет одинаково все. Потому что здесь
6 на 6, 36, 3600. Максимум уклона вы отсюда соберете. То есть это тоже не айс, не потолок. Одна точность там перекроет все ваши уклоны. А если вы знаете, сколько надо на уклоны бабла слить. Вот я сейчас ловлю уклоны и... Ничего себе. Только сказал, сколько слить бабла, и сразу две пятерки выпало. Да, это, скажем так, недешевое удовольствие. И собрать героя фул уклон — это редкость. У меня только один ворожай на основе с таким есть. Так, отлично. Точность это... Ну, оставим пока так. Так. Поехали пошаманим здесь немножко чары. Я гляну, что у меня тут по чарам есть. Отлично, я даже не буду шаманить, не буду заморачиваться над этим, потому что это тоже будет очень длительный процесс. Чары очень хреново падают на сегодня. Так, отлично. В принципе, подашку я поставлю эмблемой. Так, что у нас по судьбе? 72. Ну, практически смогу. Не практически, а смогу качнуть 14-й скилл. Это радует. Так, качаем быстренько просветики. Длительный процесс, конечно. Но на английском сейчас, я думаю, ну, есть серваки, конечно, получше, чем английским. На английском просто нормально народу играет. Я уже говорил, можно нормальный аккаунт собрать за 100-200 баксов с героями. Ну, кроме, конечно, линейки. То есть вы там не получите разруху и Минотавра, потому что это будет не максималка. Имеется в виду, ну, вы не наберете там 150 косамов для Минотавра. Но у вас будут, я думаю, на сегодня можно и без Минотавра обойтись. У вас будут другие топовые герои, которыми можно будет просто тупо бегать и играть в удовольствие. Но опять же, если вы хотите, я бы, наверное, если бы я знал, как развивается игра раньше, я бы уже вообще давным-давно забросил. Многие понимают, думаю, меня в том, что если уже играешь, уже жалко бросить такой аккаунт. Так, отлично. Делаем вторую эволюцию. Ну, ресурсов, конечно, на прокачку на английском сервере можно, ну, за неделю, за две без проблем собрать, я думаю, аккаунт. При большом желании. Ну, конечно, понятно, что на максимум вы все не прокачаете, но есть дни, когда продают реально дофигища нужных ресурсов, и прокачать аккаунт — это не будет для вас проблемой. Так, 200 есть, прокачиваем просветы. Сейчас сделаю первый этот, чтобы проще было героя находить. Такс. Еще один заходик. Вот так вот. Герой прокачан. Единственное, надо будет еще один пятый уклон вытащить, потому что чтобы была шестая чара хотя бы.
Такс, поехали. Делать здесь прокачку. Хватает золота. Ну, с золотом проблем нету. Маны иногда не хватает нам. Так, 11-й скилл готов. То есть она входит в линейку, где 70 плюс К, то есть можно до 15-го свободно поднять этих героев. То есть мне там надо по линейке некоторые будет еще подкачать немножко и, соответственно... А, у нас уже есть 74 900 даже. Даже вот так вот. Нам вполне хватает. Чтобы докачать до максималки. До 15 скилла. Ну, у меня здесь камней нету, поэтому... Это мы оставим на потом. Не хватает нам. А мы, по-моему, в прошлый раз... А, не, синие у нас есть. Хорошо, хоть синие кристаллы есть. Сейчас вы видите, сколько ресурсов уходит на прокачку 15 скилла. До 15. Потому что на 15 нам надо еще желтые камешки. Вот так вот. 6 камней надо и 8 героев. Просто трэш. В общем, вот так вот, ребятушки. Получился вот такой вот у нас герой. 14-14, ну, практически максимальная прокачка. Единственное, надо со звездиями еще поиграться. Это дело длительное. Вытащить, ну, не длительное, просто у нас закончится сейчас самоцветы быстрее, мне кажется, нежели мы словим здесь пятерочку. Однозначно быстрее кончатся самики. Плюс-минус 30к, я думаю, может и не хватить нам. Ну, давайте попробуем. Двойка. Посмотрим на этот рандомчик. Четверка, блин. Пятерка, но не та. Четверка. Интересно, что будет в следующей обнове? Так, двойка. Опять двойка. Ну, вот таким вот образом. О, ничего себе. Ну, все, это имба, ребятушки. Неплохо, тысяч... Посмотрим, у нас есть, по-моему, сундуки. 18 тысяч у нас ушло на созвездие. Ну, я скажу вам, это не так уж и много. Все, осталось нам только просвет прокачать, и все будет по высшему разряду. Но у меня на просвет нету красных камней. Вот так вот, остался нам один герой на этом аккаунте. И потом будем дальше трешевать. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.